Скоро Новый год! Вы приготовили подарки для своих близких? А, уже все дорого. А перед Новым годом будет еще дороже. А у нас телеканал Шопеншоу, где мечты все сбываются, и самые низкие цены действуют во время прямого включения. Совершенно. И мы предлагаем вашему вниманию 4 предмета. Внимание, это уникальный набор от компании Велберг. Кастрюля объемом 2,5 литра и ковш объемом 1,8 литра. Вы получаете специальные крышки с жаропрочного стекла с матовым напылением, чтобы не было разводов, плюс специальный силиконовый ободок, который позволяет помещать, например, без крышки прямо в духовой шкаф. Ну что, мы готовы в прямом эфире вам это доказать. 999 рублей. Это целый набор для вас от бренда Велберг. Цена, которая действует только сегодня. Не пропустите. Максимальная скидка, самая выгодная покупка. Звоните, Олег. Итак, Олечка, скажи, пожалуйста, ты могла бы представить в жизни, что в ковше можно готовить фриттату? Кто знает, что такое фриттата? Что такое фриттата? Омлет. Мы сегодня готовим итальянские блюда. Да-да-да, в обыкновенном ковше, вернее, не в обыкновенном, у вас обыкновенный, а вы там не приготовите, а в нашем ковше необычном мы приготовили вот такой омлет. Во-первых, он идеально приготовился со всех сторон. Мы приготовили его идеально с идеальной корочкой. А теперь посмотрим результат. Кстати, такой, знаешь, некий мастер-класс. Как приготовить в ковше? Можно прямо отправить его в пергаментной бумаге. Смотри, какой Оль. Какой хорошенький, смотрите, пышненький. Он просто дышит. Он просто тает. Вы посмотрите, какой он пышный. Здесь даже, смотри, у нас получился желток в виде соуса. Кстати, хорошо макать мясо, например. То есть, слушай, а можно мне хотя бы кусок? Маленький, ну, пожалуйста, кусочек. Давай я сейчас тебе итальянский омлетик поешь. Спасибо. Слушай, скажи, пожалуйста, для того, чтобы вот такой пышный омлет получался, в чем секрет, а? Итак, внимание. Секрет заключается в следующем. То, что вы получаете необычный комплект, который имеет многослойное термоаккумулирующее ферромагнитное капсульное дно. Это уникальная разработка, которая была бы придумана для вас. Внимание на экран. Первый лист у нас идет из нержавеющей стали. Второй лист у нас идет, внимание, из алюминия. Последовательно идет друг за другом несколько слоев, которые позволяют нам, к примеру, распределить тепло и подготовить самый лучший результат. Вот, слушай, то есть получается у нас здесь необычное донышко. А в обычных кастрюлях донышко какое? Скажи, пожалуйста, Олег. В обычных. В обычных получается вот такое вот дно. Давайте просто покажем нашим телезрителям. Это обычное дно, которое в вашей посуде. Толщина этого дна всего лишь, давайте посмотрим, всего лишь 6 миллиметров. Но в качестве примера я хочу вам доказать. У нас самое толстое дно. Вот таких пластин здесь целых 5. С чем отличаются? Рассказываю. Мы провели тест прямо в прямом эфире. Мы установили 2 кастрюли. Одна из нашего необычного набора, а другая из вашего. Узнаем вашу обыкновенную эмалированную посуду. Когда вы готовите кашу, что происходит? Когда вы ее помешиваете, она начинает пригореть. Знаете почему? Потому что эти великолепные посуды, как вы считаете, не имеют многослойного термоаккумулирующего капсульного дна. Смотрите, что происходит. Я выкладываю, и вся вот такая вот ситуация, рисовая каша, просто пригорела. Ее оттереть будет очень тяжело. А теперь переходим к нашему набору. Друзья мои, в чем его преимущество? В том, что здесь можно посмотреть, как это все работает. Смотрите, равномерно распределяет тепло. Во-первых, смотрите, она начинает уже бурлить. И при этом, давайте покажем, здесь каша абсолютно не пригорает, потому что наша посуда имеет 5-слойное термоаккумулирующее капсульное дно с ферромагнитными свойствами. Смотрите, выкладываем и сравниваем. Во. Это наша кастрюля, а это ваша кастрюля. Вот чем отличается наша полная комплектация нашего набора. Так, а что мы сегодня получаем? А мы сегодня получаем сразу 2 кастрюли. Ковш объемом 1,8 литра и кастрюлю 2,5 литра. Идите сюда. Давайте поближе, поближе, поближе посмотрим вовнутрь. Я вас очень прошу, если вам не сложно, если вы сейчас находитесь дома, может быть, на кухне, нам повезло, возьмите, пожалуйста, свою кастрюльку, загляните вовнутрь. Она такая же блестящая, она такая же идеальная.
Она не пригорает? Друзья, если вдруг ваша кастрюля уже отслужила свой срок, да выбрасывайте вы ее. Все-таки скоро Новый год, и я всегда сама себе говорю: Оля, в Новый год совсем новым. Тем более за 999 рублей уж можно позволить себе новый арсенал красивых, стильных, итальянского дизайнера. Мне кажется, да, вот прям таким итальянским, действительно, с дизайном кастрюль. Итак, сейчас действует скидка 700 рублей. Если вы успеваете дозвониться во время прямого включения, вы ее получаете. Звоните и заказывайте. Новые кастрюли в преддверии Нового года для вас. Возвращаемся к нашему великолепному набору. Кастрюля объемом 2,5 литра из нашей комплектации прекрасно подойдет для приготовления гарниров, для приготовления тушения мяса и приготовления пасты. О, слушай, макароны, как правило, вообще прилипают, когда их варишь. Друзья мои, здесь абсолютно ничего не прилипает, потому что это идеальное качество стали 18/10, плюс, естественно, сочетание многослойного термоаккумулирующего капсульного дна. Смотрите, что я вам показываю. Я прямо в прямом эфире отварил макароны, выкладываю и показываю, какой результат у нас получился. Смотрите, у нас макароны получились просто рассыпчатые. О! Они у нас получились не раскиселенные, а главное, что получились вот достойного качества, как я считаю. Я не могу, Олег, я с тобой никогда не похудею, но честное слово, особенно когда такую вкусняшку итальянскую предлагаешь. Так. Слушай, Оль, я хочу еще с тобой вернуться и поговорить о из состава, из какого металла сделана наша посуда. Давай, слушай, кстати, вот когда мы готовим, потом можем оставить в этих кастрюльках. Моя свекровь, например, она всегда говорит, что лучше оставлять только в эмалированной посуде, потому что в такой закисает быстро. Нет, в эмалированной можно оставлять, но если вы знаете точно, что у вас нет сколов, здесь вам не надо никогда заморачиваться, потому что здесь никогда сколов не будет. Это нержавеющая сталь хромо-никелевого соединения, которое абсолютно безопасно для вашего здоровья. Она не окисляет продукт. Оля задала вопрос, например, можно ли здесь приготовить мясо и потом его здесь же прямо хранить в этой посуде. Легко можно это сделать. Приготовили мясо, прямо поставили на стол и оставляете здесь, прямо можете готовить. С этим мясом оно никогда не закиснет, ничего не произойдет. Ну и, соответственно, получается, давайте вот такой вот результат. Давайте просто покажем. О, наше. Прям мясо, даже кстати, мясо в ковше можно... опять же редкость. Надо делать. Же не на противне, да, а именно в кастрюле можно это сделать. В нашей кастрюле идеальный... Слушай, как у тебя получается такое сочное мясо, а? Ну, во-первых, начинаем. Все, что у нашей посуды необычный сплав металла. Это хромо-никелевое соединение, которое не окисляет и держит температуру. То есть при помощи данной посуды у вас получается такой некий вакуум. Он удерживает температуру. Плюс мне нравится то, что здесь посуда наша подходит для всех видов плит, включая индукцию, и можно даже отправлять в духовой шкаф. Это тоже большое преимущество. Выбирайте для себя готовый комплект и звоните к нам прямо сейчас. Звонки к нам бесплатные абсолютно. 999 рублей – это цена. Да, не за одну стильную кастрюлю, а сразу за две. Итак, друзья, чтобы сделать свой заказ, нужно просто набрать номер телефона. Звонки бесплатные, оплата при получении, но главное, вы сделаете подарок и для себя, может быть, и для своих близких. Кто знает, берите сразу несколько наборов.